Легенда гласит, что на Кавказе добывали золото с помощью овечьей шерсти. Ее опускали в золотоносную реку. Частички драгоценного металла запутывались в шерстяных завитках. Вот так обычное руно превращалось в золотое в буквальном смысле слова. Помните у Мандельштама «Золотое руно, где же ты, золотое руно?» Аргонавты, как известно, знали ответ на этот вопрос. Они искали и нашли его в стране Колхов, у побережья Черного моря, на территории современных Грузии и Абхазии. Руно считали символом богатства и наделяли волшебными свойствами. Золотое руно ассоциируется и со счастьем, и с благополучием, и с решением многих-многих проблем. И на Кавказе у нас традиция отношения к шерсти, она очень глубокая. Идет еще со времен неолита. Кабардино-Балкария – республика, где находятся самые высокие горы России. Здесь, как и на всем Кавказе, овцеводство было одним из самых главных занятий. Именно благодаря ему появились многие традиционные ремесла. Из овечьей шерсти валяли ковры и делали бурки. Я вообще научилась от одной старушки, а так моя бабушка делала, ее мать делала. Как будто испокон веков идет эта работа. Раньше нас в кино не пускали, а мы вязали целый день, чтобы вечером в кино пойти. Так получилось, что я попала в семью, где это ремесло знакомо. И свекрови, и бабушки мужа. Это было очень приятно. Шерсть учит терпению, что ли. Если человек напряжен с агрессией, пытается что-либо сделать, материал сопротивляется. Но иначе подойдешь к нему внутренне спокойным, материал слушается. Раньше на Кавказе говорили, горец спускается на равнину только за солью и за спичками. Все остальное ему давала овечка. Она и кормила, и служила колымом, и одевала. В одно время у нас было 70 овец, а сейчас где-то около 20. Мужчины, они стригут, дают нам, мы обрабатываем. Сперва это холодной водой замачиваем, потом горячее, потом идем на речку, полоскаем. Белую речку у нас называют Занальчиком. Многие мои ровесники, да и те, кто помладше, наверное, вспомнят эту картину поразительную, когда едешь по балкарскому селу, и женщина сидит на возвышении каком-то, природном возвышении, и у нее в руках веретено, и тянется эта нить вниз. Вот такая вертикаль создается. В кабардинском селе такого не увидишь, вот такой яркой картины. Но кабардинская женщина точно так же всю свою жизнь работала с шерстью. Приезжаем домой и давай. Делаем нитки, вяжем платки, носки, варежки. Зарубежные исследователи Кавказа начала 19 века отмечали, что женщина, не владеющая этими ремеслами, у черкесов остается в пренебрежении, хотя бы она имела многие блестящие качества. В общем, вязание и бурочное производство, и войлочное производство является основой женского ремесла большинства народов Кавказа. И кабардинцы, балкарцы не исключение в этом вопросе. Мужчине почиталось за стыд разбирать шерсть, вязать и шить что-нибудь иголкой, то есть заниматься рукоделием. А вот пасти умел каждый горец. Кроме этого, исключительно мужчины были овечьими парикмахерами. Каждого мальчика на Кавказе с 10 лет учили стричь овец. Мне давно не 10, но учиться никогда не поздно. Магомед, с головы начинаем стричь. Начинать, каждый начинает так, как ему удобно. Я обычно начинаю, честно говоря, с задней левой ноги. Переворачиваем. Шерсть при стрижке тянуть ни в коем случае нельзя, чтобы не поранить
животное. Да можно я попробую? Конечно, можно. Так, я поменяюсь местами. Да. Герцог, не волнуйся, я буду все делать аккуратно. Подсовываешь вот так вот по чуть-чуть. Обрезаешь. О, здорово. У нас смелее прям. Они острые. И еще пару уроков, и тебя можно уже брать весной на подработку. Из-под ножниц умелого овечьего парикмахера выходит руно, то есть цельный пласт шерсти. На, у меня, как видите, клочки. Но я ведь только учусь. Герцог, все в порядке, лежи, лежи, отдыхай, все хорошо. Пройдет еще немало времени, прежде чем руно станет ковром, буркой или свитером. Шерсть сортируют по качеству, цвету, длине волокон, раздергивают руками, а затем обязательно переносят в теплое место. Прогреваясь, она становится мягче. Чесалка, с которой работали женщины, она представляла из себя сооружение из трех дощечек в виде домика, в вершину которого были вмонтированы такие колья металлические, как спицы. Об этих чесалках женщины сочиняли песни, так называемые трудовые. Вот вариант адыгейский я прочту. Цыпха, цыпха, чатава. То есть чесалка, чесалка, меч острый. И дальше она поет, чесальщица. Уадыди цыпхадзам сигум инукор хираж. То есть подобные шилу иглы чесалки мое сердце заставляют вдвое сжиматься, уменьшают его как бы вдвое. О чем дева плачет? А плачет она о том, что вот эта работа, она всегда сопряжена с травмой. Потому что неосторожное движение, она задумается, она там просто устанет, она, у нее рука дрогнет, пальцы ее попадают на эти вот колья острые. К работе с шерстью привлекали абсолютно всех представительниц прекрасного пола. Девочки разбирали ее и учились выкладывать узоры. Пожилые руководили процессом и вязали. А вот валяли, как правило, наиболее сильные молодые женщины. Когда мы еще были в школьном возрасте, мы учились в третьем классе, тогда еще мастерской не было, прямо во дворе. Делали наши бабушки эти ковры. Работа с шерстью составляла все осенние и зимние вечера сельских женщин. Женщины не могли свободно общаться вот где-то за пределами своей усадьбы, с мужчинами, тем более, с какими-то незнакомыми людьми. А тут они приходили, болтали, сплетничали в волю, делились какими-то ноу-хау. Именно там они могли как-то компенсировать свою замкнутую жизнь. И это было для них большой отдушиной, при том, что это был тяжелейший труд. Сначала раскладывается шерсть в 3-4 слоя. А потом рисунки, потом валяем до готовности. Я когда тетушку свою спрашивала, очень много лет было, она 1906 года рождения, я ее опрашивала где-то там в 90-х годах. Я ее спрашивала, как она выжила во время войны. Она оставалась вдовой, у нее был сын. И она говорит, я все время, всю зиму и осень я занималась тем, что делала, выделывала бурки. Я все делала хорошо, у меня были такие бурки, они всегда их с удовольствием у меня брали. Но она потом всю весну плевала шерстяной мокрутой. Так что при всем романтизме, который мы придаем работе с вот этими промыслами народными, они очень связаны с тяжелым повседневным женским трудом. Сейчас мы на болгарском языке написали. Да? Это означает, что Эльбрус, гора Эльбрус. Считается, что первую валенную вещь сделали сами овечки. Когда их шерсть падала на землю, они ее топтали, сбивали копытами, и постепенно получился коврик. Вряд ли овечки могли бы самостоятельно выложить и свалять киизы. Так называют в Кабардино-Балкарии узорные войлочные ковры. Когда я маленькая была, бабушка нам гулять, бегать не давала, сажала рядом. И вот она вот такие показывала, как делать, и мы шили.
Самая простая и древняя техника называется аллакиз. Ковры валяют в один прием, выложив орнамент из разноцветных кусочков шерсти. Другая, более сложная техника – аппликативная или резаная. Из войлока вырезают узор и пришивают на другой пласт уже сваленной шерсти. Вот этот ковер, его делала моя свекровь, еще будучи ровесницей моей дочери. То есть ей было лет 12, наверное, 11-12 лет. Бабушка валяла вот эти вот заготовочки. Эта техника называется бичельгенкиз, то есть резанный ковер. Вот. И она помогала ей сшивать. Вот. А вот сзади меня киз – это работа бабушки мужа. В старину, увидев киз, можно было безошибочно определить, откуда мастерица. Балкарские киизы очень красочные. Они используют очень много красок. Красные, яркие такие тона. Зеленые, синие, желтые очень они любят. Потому что в Балкарии есть некий дефицит красок. Балкарцы издавна селились в предгорьях, среди заснеженных вершин. Выглянешь в окно, а там белое безмолвие. И зимой, и летом. Величественно, конечно, но уж больно однообразно. Так что ковры были ярким лекарством от грусти, уныния и, как бы сказали врачи, профилактикой депрессии. Балкарцы все-таки тюркоязычный народ, и вот что-то вот такое кочевническое им близко. И вот в балкарской сакле там практически не было, не проникал свет. И вот за счет вот этой техники резаной, где контуры четкие, вот они давали такую декоративность вот в этом темном довольно-таки пространстве. Орнамент, он повторяет орнамент древнейшей кабанской культуры, которая бытовала здесь, на Кавказе, в первом тысячелетии до нашей эры. Ну, это в основном геометрический орнамент и орнамент зоопоморфный, то есть повторяющий какие-то элементы животного. Это чаще всего рога. Это технология бичкенкиз. Валялись два одинаковых куска войлока, прорезался одинаковый орнамент. Узор из одного вынимался и вставлялся в фон другого. Получалось два одинаковых киза, просто в одном был фон, например, черный, а узор красный, а в другом наоборот. Вот. И сшивалось все это, а потом этот шов закрывался нитью. А у кабардинцев орнамент чаще всего растительный. При этом кабардинцы никогда не используют все эти краски, которые используют балкарцы. Они делают всегда свои войлоки в таких вот монохромных тонах. Это черный, белый, серый, коричневый, бежевый. Честно говоря, в моем детстве я не помню. Я не видела никаких войлочных изделий в своей семье. И вот технология валяния – это то, что вне программы я освоила. Милана Халилова – кабардинка. На ее работы, безусловно, влияет и память предков, и традиции, которые она изучила. А еще сказывается современное образование. Она окончила факультет дизайна. Все те течения искусства, что мы прошли, все те виды техник в живописи, в графике, академический рисунок – это все как библиотека в моей голове. И я из этой библиотеки извлекаю идеи, материал и, конечно же, это постоянное наблюдение за разными интересными дизайнерами. Это может быть и полиграфия, и иллюстраторы, и моушн-дизайн, и детские рисунки. Ну, все. Если раньше войлок ассоциировался исключительно с валенками и коврами, то в последние годы мир захватил шерстяной бум. Валенные игрушки, аксессуары, наконец, одежда. Сегодня это модно – надевать вещи в национальном стиле, которые сделали по древней технологии, вручную, из натурального материала, который к тому же прекрасно носится. Вообще основная моя работа – это педагогика. Я работаю с детьми, я с ними делаю мультики. Около 7 лет я не занималась войлоком. А руки помнят, хотелось работать, но большие форматы, большие полотна в одиночку тяжело сделать. Я просто подумала, что я могу одна сделать. Это небольшие изделия, но при этом эти изделия должны быть практичными. И придумалась сумки, сидушки, маленькие полотна. Вещи, которые можно спокойно в быту использовать, но интересно оригинально сделать.
Мы будем валять войлочное полотно и сначала раскладываем саму шерсть вот такими клочками. Технология валяния универсальна и проста. Сначала в несколько слоев раскладывается шерсть одного цвета. Это будет фон изделия. Когда знакомишь детей с этим материалом, показываешь там, ну как вот раскладывать и все такое, дети хватаются и пытаются силой оторвать. У них не получается. Объясняешь им, не вкладывая силу, мягко, нежно, просто нужно потянуть шерсть, и она, ну, сама податливая. После этого мастер выкладывает узор. Это может быть все, что угодно. Шерсть, скрученная в колбаски или сваленная в шарики, вырезанные из войлока кусочки или просто пряди другого цвета. Бывает, что эскиз сразу возникает в воображении, а бывает какой-то элемент я уверенно вижу, а там уже в процессе дорабатываю. Так, дальше уже мыльный раствор нужно сделать, предварительно натереть хозяйственное мыло. Техника называется мокрое валяние. Горячий мыльный раствор сцепляет волокна между собой. Закрываем. Чуть-чуть прессуем, чтобы рисунок не сдвинулся. И закатываем. Завернули, закатали и непосредственно процесс валяния. Будем катать. Это самый настоящий фитнес. Рулон нужно катать на протяжении часов, периодически переворачивая его на разные стороны. В итоге должно получиться полотно вот такой плотности. А дальше уже сухим способом я могу добавить контуры, детали, какие мне надо, какие я вижу. С изнаночной стороны можно и так доработать, можно и оставить. Получается такая сидушка. Так получилось, что когда мне надо было дипломную работу делать, я закончила по специальности дизайнер-педагог, я решила обратиться к традиционным технологиям. Войлочная технология киизы. Папины родственники, мамины родственники этим не занимались. То есть я это видела только по телевизору. Мне надо было как-то выходить из положения, и, посидев некоторое время в библиотеке, я попробовала, и, в принципе, очень легко можно научиться. Работы Медины вряд ли будешь застилать пол или кровать, или укрываться как одеялом. Это не ковры, а скорее картины из шерсти. Это уже комбинированная, я бы так сказала, техника. Это и не совсем а-ла кииз, то есть вот когда вот выкладывают и сразу валяют, и все, дальше не возвращаются к отделке. Здесь и что-то резанное, потому что я иногда использую заранее приготовленные заготовочки, из которых я какие-то моменты я вырезаю, накладываю их на шерсть, и они вваливаются туда. Плюс к тому, что вот это мокрое валяние, да, традиционное балкарское, а сейчас есть еще сухое валяние, то есть фильцевание, там, где применяются иголочки специальные. Применяя еще вот эту технику, можно вообще добиться очень интересных таких эффектов в войлоке валянии. Закутавшись в бурку, можно спать прямо на земле. Она спасает и от холода, и от ветра, и, как ни странно, от жары. Посмотрите, через такой плотный войлок солнечные лучи не проникнут. А еще под буркой можно прятать кинжал, саблю и даже краденую невесту. Бурка настолько практична и универсальна, что носили ее и простые чабаны, и князья, и даже цари. Абсолютно все, независимо от веры или достатка. Легенда состоит в том, что во время Первой мировой войны на фронт отправляли бурки, которые заказывали у кабардинских мастериц. И вот одна бурка действительно якобы попала к царю. Он как раз с инспекцией приехал на фронт, и какая-то шальная пуля попала в эту бурку и задержалась, бурка ее зацепила.
она сработала как бронежилет. И благодарность Николая II была безмерна. И он якобы отметил вот этих кабардинских мастериц, которые прислали ему такие замечательные бурки. Изготовление бурки – это процесс трудоемкий этот, долгий. Бурка – это полотно, очень плотно сбитое примерно из 6 килограммов шерсти. Говорят, чтобы ее сделать, нужно 3 дня и как минимум 2 женщины. Я работала с кабардинским фольклорным материалом, но смотрела заодно и балкарский, осетинский. И везде говорится о тяжелом труде, о том, что надоел этот труд. Невозможно день и ночь это делать. Что женщины страдают от того, что они занимаются этим делом. И при этом все-таки они надеются на то, что вот эту бурку оденет настоящий мужчина, который не боится ночной темноты и врага, который подкрадывается к ним и в ночи. Уже готовое полотно для бурки, уже раскроенное. И сшиваем потом этот... Плечи сшиваем. И потом у нас этот вышивку этот сделаем. И этот орнамент здесь. Здесь орнамент. Тут вышивка у нас получается. И готовая бурка. Мой супруг экономист по образованию, поэтому он ее на работу одеть никак не может. Но при всем при этом иногда бывают моменты, когда вот покрасоваться, вспомнить вот национальную одежду свою, вот хотя бы детям показать своим, что вот такое есть. Дина – девушка современная, живет и работает в городе, но приезжая в село, она обязана соблюдать дресс-код. Это неприемлемо находиться рядом с родственниками мужа в такой вот откровенной, я бы сказала, одежде. И плюс у меня должна быть покрыта голова. То есть я келин, я пришла в этот дом, и я должна быть с покрытой головой обязательно. Вот. Кроме этого, балкарка келин, она не должна произносить ни имени отца мужа, ни имени матери мужа. То есть вот родственников близких мужа имена она не должна озвучивать. Вот нашу бабушку, например, все называют Аня, как бабулечка. Дети, сноха, дочка, заловка. В воскресенье, когда выходные дни, собираемся все вместе. Вяжем, разговариваем. Все свои новости говорят. Как в былые времена, вечерами женщины сидят за рукодельем. Бабушка Бабуш и свекровь Дины, тетя Лиза, руководят процессом. Маленькие стараются помогать. Мужчины, естественно, не участвуют. Не зря говорят, в деревне традиции живут дольше, чем в городе. Когда вот мы поженились, и вот по обычаю меня привезли вот в этот дом, занесли на руках, посадили... Есть специальная комната, отоу называется, где невеста сидит и прячется от всех гостей. Она не должна выходить. Бабушка очень ждала как бы вот эту вот свадьбу, потому что мой супруг, он старший в семье. Вот, и они все очень ждали, когда же он женится. И когда вот меня привезли в этот дом, но еще меня не показали, бабушка настолько любопытная была, что она первая зашла в комнату, я сидела в своем уголочке за занавеской, и вот как бы вот так заочно мы пообщались с ней. Бабушка и передала им семейную реликвию. Это бурка дедушки. Ему она послужила. Свекру тоже, конечно же. Он в одно время работал чабаном в колхозе. Она из поколения в поколение передавалась, и сейчас она досталась в нашу семью. А уже Аллах Айца, у сына будут дети, он уже своим детям передаст. Посвящу тебе звонкие гимны и слова, превращенные в стих. Только бурку лесов подари мне, и папаху вершин снеговых, писал поэт Расул Гамзатов. Сегодня бурки и папахи, конечно, ушли из повседневного быта, но они есть у каждого человека на Кавказе, и на любые торжества их обязательно достают и надевают. Раньше с помощью руна добывали золото, а сегодня на вес золота ценится сама шерсть, но только та,
которую состригли, постирали, расчесали и сваляли вручную.